Большая трагедия. Мы стояли, все человечество стояло у пропасти.
И Бог возвестил и сказал: мир на земле. Он послал своего Сына. Да, мы в это верим. Мы верим, что Он послал своего единственного Сына для того, чтобы грех всего мира взять на себя и понести его, и пригвоздить ко Христу, и распять этот грех, и сказать: «Я за тебя умер, и если ты поверишь, что я умер за тебя, у тебя будет мир». Я верю. Веришь ли ты сегодня? Проверь еще раз свое сердце и скажи: «Да, Господь, я верю». И только по этой вере ты получаешь мир. И с этим миром тебе легко жить на земле, потому что ты поверил в смерть и воскресение, и в жизнь вечную, которую дает Господь Иисус Христос.